Могу я открыть дверь, папа? Для начала надо убедиться, что мы знаем, кто стоит за дверью. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Это мама. Мы знаем маму. Мама к нам пришла. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Привет, малыш. Запомни, никогда не открывай дверь незнакомцам. Нет, нет, нет. Кто-то к нам пришел, мама. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Это папа. Я знаю папу. Папа к нам пришел. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. 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 Это ты. Отлично, малыш. Да. Не забудь позвать маму или папу, если у двери незнакомец. Оу. Кто-то к нам пришел, папа. Это дедушка. Я знаю дедушку. Дедушка к нам пришел. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. 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 Это ты. Привет, милая. Запомни, никогда не открывай дверь незнакомцам. Никогда. Очень хорошо. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Это бабушка. Я знаю бабушку. Бабушка к нам пришла. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Никогда не открывай дверь незнакомцам. Нет! Нам пришел. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Доставка пиццы. Мама, папа, незнакомец к нам пришел. Знаешь ли пароль ты? Нет, не знаю я. Папа, не надо открывать дверь незнакомцам. О, это просто доставщик пиццы принес нам ужин. Вы сделали верно, сказав маме и папе, что у двери незнакомец. Да! Сегодня мы весело провели время и узнали о том, что делать, если кто-то стучится в нашу дверь. И у нас есть пицца.